Это влог чемпионата Украины, который будет в Ужгороде, и выступаем мы на нем только групповое. Выступаем мы два вида, так скажем, это 5 обручей и 2 мяча, 3 ленты. Надеюсь, вам будет интересно смотреть этот влог. Ну а мы начинаем. А еще я тут немного стала фотографом, поэтому с собой я беру еще фотоаппарат. Надеюсь, я как-то смогу совместить влог и съемку. И мяч отдельно. Мы уже ждем поезд. Тая, поздоровайся. Нас уже заселили. Я с Ритой в купе, с Елизаветой и с Сакровной, и с Любой. Я сплю внизу. Еще здесь очень жарко. О, Алина, поздоровайся. Супер-пупер, мега-влог. Давай! Всегда легенда в таких влогах. Алинка! Ничего не расскажешь. Так, едем. Ноги подняли. Туалет не ходим, не поднимаемся, не едим, не двигаемся. Завтра все. Только ноги. У нас какие-то дырки чисто. Да? А это вот эти, знаете, которые на последнем вздохе уже? На одном вздохе. Один раз одеваешь и выкинешь. Все поздоровались. Hello! Здравствуйте! Привет! Я пришла. Видели мои тапочки? Вот смотрите, какие модные. Мы сейчас будем играть в дабл. Лера. Ой. Smile face. А 6? Нет, еще 1. Ого. Обзор на наше купе. Итак, новое современное окно, в котором обруча. Тут сплю я, тут Задесаковна, тут Рита, тут Люба. Старый вагончик, но с новым оборудованием. Приезжаем завтра мы где-то в 9 часов утра. Я уже побыла у некоторых девочек и скоро будем ложиться спать. Мы приехали в Ужгород. А меня покажи. Меня покажи. Сегодня там стоят. Ой-ой-ой. Мы нашли маршрутку. Ура! Теперь осталось запихнуться в нее. Петь караоке. Моё. Я крутая. Ура, бабуль. Мы приехали в отель. Дуэт-дуэт. Нас уже заселяют. Да, только теперь осталось подняться на 5-й этаж. Пешком с чемоданом в руках. Я дошла, я думала, я сдохла.
У нас двойной номер, я живу с Сашей. Идем куда-то сюда. Так, я живу в 503-м с Сашей. Рум-тур, моментально, только что заселились. Тут у нас, как обычно, зеркало. Вот такая вот у нас ванная. Кстати, очень даже неплохая. Живем мы чисто в хоромах. Телевизор, туалетный столик, кровать двуспальная, кресло и... А что здесь вертолёт улетает? Скажите мне, пожалуйста. И балкони. Блин. Он ошибся со словами? У нас балкон чисто с очень охрененным видом. Чисто кайф. Мы там вештались, кстати. И нас чуть охрана не поймала. Да, он сказал, в прошлом году мы были такие, типа, ну, точнее, в этом. Типа, ну, девочки, если бы вы сказали, я думаю, это воры какие-то, если бы вы сказали, я бы вам сигнализацию отключила. Так наряд сейчас приедет, вас запакуют, капец. Ой, ну все, мы пошли раскладываться. И мы уже знаем, во сколько у нас опробование. У нас опробование 8 вечера, но быть в зале мы должны... Ой, в 6 вечера. Ай-яй-яй. В 6 вечера, и быть в зале мы должны за 2 часа. А опробование всего лишь 20 минут. Что? Я взяла с собой фотоаппарат. Буду фотографировать, возможно. Какой объективчик? Угу. А мы идем в центр. Ну нет. Боже, мы в прошлый раз не попали сюда, но зато сейчас попадем. Все, это разнос. А ну, снимай сейчас. В какую сторону открывать, господи? Вот с этой. Все. Вау. Чикс. Дякую. Вот это просто шик, красота, вау, грация. Супер. Все. Нет, стоять. Стоп, ты не могла выбрать? Да. Приятно. Нет, ножика у нее сейчас класс. Ем. Это абрикос, это фисташка, это еще что-то. Так, о. Все понятно. Я просто сейчас кейк. Я фотограф. Поставил камеру на штатив. Очередной корпоратив. Да, чисто поесть у всех. Это болезненно. Я согласна. Спасибо. Вроде да. Шансон. Ты вся в шансоне. Не сон, а не шансон. Что, вкусно? Вкусно, мне нравится такое сахарное. Идем. Возле зала этого. А какой тут есть центр одежды? Никакой. Так, мы пришли в номер, уже переоделись в тренировочную форму, скоро будем мы лежать. Мы такие худышки, просто вау. Одесская область самая худая, ничего не знаю. Основная вторая команда. Вау. Мы пришли в номер, сейчас будем собираться, ну, уже собираемся, и будем ехать на опробование. Так вот. Все, нам удачи, всем мацу. Кстати, как вам такой поворот событий? У нас черный мяч для группового. И новые ленты. И мы забрали комбезы у КМСов. Мы очень добрые. А им дали наши купальники голубые, кто помнит. Ой, ну, у них им и так новые купальники пошли, так что они не сильно расстроились, наверное.
Но мы забрали у них комбез. Мы молодцы. Мы вышли, я сделала себе какую-то фиговую рульку. Ужас какой-то, надо переделать. И спускаемся вниз. Будем брать маршрутку. Хотела позвонить на сегодня по инстаграму. Ну, отправим просто видео. Поможете всем. Сегодня привет. Мы приехали. Вот зал конфетка. Видели, я прям захожу, а там мои фанатки сидят. Что делать? Сделали разминку. Боже, капец, как жарко.
закончилось опробование. Ну, сделали мы так. Ну, не, вообще, это шикарно сделали по сравнению с первым составом. Вообще просто пушки были. Первый состав оставили тренироваться, а нас отпустили, и мы едем в отель, в номер отдыхать. А мы вообще пробой не сделали с мячами, блин. Потому что у вас такая судьба. Мы второй состав. Ну, мы не сделали прогон. Мы не сделали прогон. Да, они не сделали прогон с мячами, а мы все сделали, мы молодцы. Прогон с обручами изначально не пошел, но потом мы сделали, мы собрались. А мячи с лентами я там налажала вначале. А потом все вообще шикарно, нормально. Ну, все, 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 домой, 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 домой. Заходим в автобус. Боже, наконец-то мы приехали домой. Я очень устала. Вот. У нас свет работает и без карточки. Ну что это такое? Ура! Чисто убитый человек. Вон там чайник и розетка. Смотрите, какая 10-литровая бутылка стоит в углу, наказана. Сейчас будет чайчик. Сейчас будет ужин. Ура! И обед. Мы тут идем к девочкам номер. К легендам. Да, у нас будет чайпитие, наше любимое. Саша, ты где? Саша, ты где потерялась? Саша, давай. Я помидор. Я помидор. Такая в рот засунула. Да все, ждем, ждем. Все, мы пришли. Вау, кушать надо замечательный ужин. Вау, Ксения, салат. Боже, на прошлой Украине нам я себе делаю, что вы думаете? Да ну, я не, не претендую. На прошлой Украине наделала нам лавашек. А сейчас салат. Вау, Ксения, вы бог. И битки в стакане? Ну да. Маньяк. Это вот потому что мне некуда, мне Лера. Вы бог, Ксения, Ксения, вы гуру. Гуру! Гуру этого, мастер-шеф. Хорошо сидим. Валерия. Аристократы, иди туда. Просто так лицом надо. Что? Мы уже пришли к себе в номер и будем ложиться спать. Завтра выступаем. А сколько мы выступаем? В 6? Саша, мы в 6 выступаем? В 4. Мы выступаем в 4. Лови это сразу. Все, вот такие вот дела. До завтра. Всем доброе утро. Мы проснулись. Сейчас 9 часов. На улице дождь. И нам выезжать в 12:15. Это капец. Я просто вообще не выспалась. Я просыпалась, наверное, каждые минут 30. Тут засыпала обратно. Это полный дизлайк. Точно доброе утро. С Божьей помощью. Снова доброе утро, страна. К нам пришли девочки, сказали, что они идут куда-то покушать. Я быстро собралась. Смотрите, я даже в пижамных штанах, в пижамной кофте вообще не переодевалась. И мы пойдем куда-нибудь покушать. Доброе утро, страна. Доброе утро, легенды. Доброе утро, легенды. Мы пришли в пряную бабу. В прошлом году я взяла себе бабусинку рих. А где Алина? Третья. Вон она. Ой, и у тебя тоже что-то. Идет, идет. Что делаем? Давай, давай. Врага! А, сосиски. Да, я тоже скорбит. Приятно аппетита. Мы вкусно поели. Теперь идем домой. Домой. Куша! Ой! До дому! Собираться! Посмотрите мой набор. Я его чисто несу. Посмотрите, мячик. Хороша, хороша. Помады попадали. Я иду Ксюше делать гулечку. Себе. Мне тоже надо сделать. Смотрите, а у них вид на стройку. Это как знаешь, бассейн. Я тоже но похвастаться нечем. Помню хрупкие плечи, каждый день я изучал бы вечно мягкие губы, вас светлую ярость, девушка черная, на речь над душем, мир разрушен, где мой счастливый плевер, что не убьет меня, то сделает меня сильнее. Я уже сделала майк себе, ну, такое, Россия за все выводит, смотрите, кидаю. Привет.
Осталось только гульку сделать и одеться. Я доделала свой супер-пупер элегантный маник. Иду к девочкам, чтобы не взяла гульку. Нет. Посудомойщица. Джазер? Платье. Бесплатно. Не знаю, чьи это дочек, но она тоже определенно помнила. Алина, капец. Рабочий процесс? Рабочий процесс? А меня? Ну, это групповое, мне все равно, зато гулька будет длинная. Там же меня... Наш профессионал, наш гуру, повар, гульки делает, макияж делает. Да, все делает Ксения Константиновна. Но не я. Я только по макияжу. Я уже собралась. Смотрите, какой туман и дождь просто на улице. Капец. Льёт как из ведра. Мы тут пришли уже на маршрутку. Сидим, ждем. Никого нет. Мы первые. Все, мы приехали на Золотую гору. Вот зал. Конфетка. Скоро должны выступать наши КМС первый состав. А второй состав уже выступил. Нас оставили, они похилы. Алина, хватит снимать! Это капец! Платным фотографом немножко. Можно я вау. Да. Все, мы идем разминаться, я иду красить губы и все, увидимся уже после выступления. На виконання вправи запрошуємо команду Одеської області. Зустрічаємо. Respect.
На виконання вправи запрошується команда Одеської області. Зустрічаємо. Ми дякуємо команді за виступ. Команда вільна. Ми вже виступили. Ну, виступили ми нормально, особливо обруча. Обруча взагалі топово. Такі емоції я виражала, що просто... Ленти. В лентах у нас дві потери. Одна в початку, друга в кінці. Ну, просто тупіші потери. Ну, нічого, нас похвалили, все нормально. Все, клас. Я йду фоткати Сашу. Тут такой красивенный закат. Но дождь идет. Боже, капец. Я уже почти вся мокрая. Класс, просто класс. Там тоже виден закат, но тут елки. Все, ура, нам написали, что мы едем домой. Ура. А нет, это бой, мы остаемся здесь до конца. Маме, маме, душе, привет. Не могла отвести глаз от вашего ребенка. Просто что-то невозможно. Фотограф. Бесплатный фотограф. А меня не придется фоткать. Возможно. Смотрите. Я так рада, что все закончилось. А я ее фоткаю. Я лично фотограф. Вау! Давай, давай. Ладно. Все, нас ожидает водитель Сергей. Сергей, зовем Сережа. Сережа, Сережа. Может, он на имя откликнется. Сережа! Олень, нифига себе. Вот ты, конечно, такой красивый. Али. Они думают, что он нас не дает. Но они укусят ренёнка, как бы, да? Это мой.
Мы сидим, ждем нашего Сергея. Он никак не может приехать. Сережа, давай, родной. Да, мы же сидим, ждем его 30 минут. Ну это просто трэш. Я устала, мне холодно, у меня уже горло начинает болеть. Да. Я еще хочу кушать, потому что я не ела, ну, часов 12, так точно. А вообще, может быть, 16, 15, вообще 20. Вообще 2 дня не ела. Да, еще 2 дня не ела. Ну, капец, конечно, да. Ура, мы сели наконец-то машину. Да, едем в номер. Ура. Мы уже пришли в отель. Сейчас буду идти в номер. Переоденусь и пойдем к девочкам на ужин. Потому что я не кушала с самого утра. Привет, ребята. Видите, какой мы? Нет. Мы уже пришли в номер. Сейчас я буду мыть голову, смывать макияж и собирать чемодан, потому что мы завтра выезжаем в 10 утра. Вот так вот, идем болеть за КМС. Конечно, мы хотели погулять, но Марьяна сказала идти болеть за девочек. Так вот. Да полный кринж, у меня не смывается подводка. Да, и волосы мне бы по-хорошему помыть. Что я сейчас буду делать? Честно, очень. Так, я уже помыла голову, сейчас буду ее сушить. Я привела себя в человеческий вид, помыла, посушила голову, смыла мейк. Сейчас буду собирать чемодан. Мы оставляем чемоданы в отеле, но выезжаем мы в 10:30 болеть за девочек, за КМСов в зал. Вот как-то так. Я тут чемодан собираю. Не весело. Смотрите на мою красивую стопу. До пола дотягивается. Вон, видите? Такая вот. Да судорога и немножко. Видите, не немножко. Вам меня, конечно, наверное, еле видно, но всем спокойной ночи. Сейчас где-то 2 часа ночи, я ложусь спать. Я собрала чемодан, все вещи. Все. Всем спокойной ночи. До завтра. Всем доброе утро. Я уже проснулась. Сейчас собираюсь. И мы, наверное, куда-то пойдем позавтракаем. И будем ехать в зал. Тоже не вижу беседы. Да. Мы пришли завтракать. Суп. Ой. Знаете, наверное, поёшь кем-нибудь. Да. У тебя привела мама на завтрак? Всем приятного аппетита. Всем смешного, девчата. Дякую. Всем привет. Я бежала, как могла. Подожди, это начало. Доброе утро! Я бежала, как могла. Нам очень долго делали чек. А мы тебе тут стояли, ждали. Уже к тебе в номер заходили. А, да, я знаю. Потому что они ели. Да. Давай привет из городовой сходить. Давай. Привет, наши фанаты. Куда пойдем с вами? Снимай меня. Давай, туда-сюда, ой, план, туда-сюда, там-ся, миллионер. Это мое будущее. Твое будущее какое? Хорошо, будущее. Так, вот так, все, пока. Маршрутка приехала. На золотую руку. Это легенда.
Как дела? Ой, все добре. Скоро буду виступати. Готова? Трохи нервуюся. Суто українська мова. У нас присутня український контент. А з тим не спитала, я нервуватися почула. Слышите? Там Алінин бивший. О, прям забібекал. Ну, Катя, будем фоткаться. Привет! Баран! Даже гуси есть. И павлины. Посмотрите, какие красивые. И перепелки там бегают какие-то. И курочки. Вау, вот эта территория просто шик. Трактор тоже человек. В бахилах. В бахилах там пошли. Мы во фоткались. Да, и идем теперь болеть за Чулика, я буду ее фотографировать. Кстати, на улице был дождь, а сейчас вообще не холодно. Я хожу в бахилах. Мне нормально. Зато кроссовки чистые. А сюда приехали 13-й год. Сейчас буду делать здесь показательное. Боже, что это происходит? Только станок, пожалуйста, не сломайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я сказала, не сломайте станок. Мы тут с девочками сидим. Снова в зале пришли, смотрим. Они уже выступили. Она разбила, посмотрите. Что, видно? Да. Капец. Я даже не заметила. Мы ждем Чулика, и у нас тут еще будет делать показатель на 13-й год. Я в России. Спорткомплекс 1-1, где выступает 11-й год. Теперь ждем девочек. Да. Вау, вот это зал. Помахай во блог. Что? Помахай во блог. Всем привет. Смотрите, в этом комплексе есть бассейн. Ой, я его плохо-то сняла. Вау, я нашла зал. Дякуємо. Представляємо команду «Ладичко Злата».
Пошли посмотреть на 11 год. Вау, посмотрите, как обруча сложены. Это булавы. Ой, ой, булавы. Наша следующая, вроде. Цените маникюр. Сладко. Давайте, значит, девочки. Сулейман Анастасия. Командова номер один Одесской области. По-моему, ничего не заняли, и 13-й год тоже, мы расстроились. Сейчас будем ехать в отель, у нас потом еще до 6 часов есть время, и мы будем делать то, что захотим, гулять, возможно. Вот и так. Я пришла в отель. Что здесь происходит? Не видела тебя в телеграме. Что здесь происходит? Мария, граждан. Пепе халаве. Пьем колу. А где моя кола? Я тоже. Мы чисто сегодня с одного зала в другой зал, опять в другой зал. Только сейчас номер. Мария! Еще обратно едем мы в плацкарте. Но, слава богу, у нас выкуплено все купе, так что нам никто не будет мешать. Последний закат в Ужгороде. Елена Скарлатова. Я как новогодняя елка. Девочка. Это там он сидит, смелый. И мой чемодан зеленый. Порванный. Что? Блин. Извиняюсь. Ой, туда-сюда миллионер. Все? Да. Мы сейчас будем ехать на вокзал. Скажи, сколько время сейчас? Много. Время. 6:28. 6:28. Они смонтируют время. Да. Мы сели. А, я могу туда кинуть? Мы приехали на вокзал. Эти мешают мне снимать видео. О, так намного лучше. А мы в плацкарте. Кира. А, это Маша, господи. Я сплю вот тут, на боковине, наверху. Ксюшка спит внизу. Я себе закрепила вот эти непонятную штуку, чтобы не упасть. Мощно. Молодёжно. Эля тут тоже спит. Рядышком со мной. Я сейчас тоже повешу эту штучку.